С каждой ночью все хуже. Это кто? Да-да, иду. Алло? Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда! Что случилось? Нет времени объяснять! Выбирайся немедленно! Хорошо, дай только... Как? Что это за монстр? Без понятия. Но он охотится за агентами Старс в городе. Тобой и мной. И я сваливаю. Сама подумай. Чем больше ждем, тем больше в жопу.
все произошло так быстро? Я не знаю, но беда никогда не приходит одна. Все как в Аркли, но хуже. Эй! Сюда! Мы здесь! О, черт! Это какой-то сон. Как столько людей могло заразиться? Брэд! Берегись! Их так много. Как вас зовут? Я не могу вас бросить. Я Дарио Росса. И да, я понял. Вы просто хотите украсть мое убежище. Свое ищите, дамочка. Дамочка? Успокойтесь, пожалуйста. Я из полиции. Пришла помочь вам. Да-да-да. У вас прекрасно получается. Хотите помочь? Можете приковать себя к одному из этих уродов. Сэр, это последний шанс. Никто больше не приедет за вами. Я никуда не пойду. Лучше помру здесь с голоду, чем пойду на корм одному из этих монстров. А теперь уходите! Thank you.
Черт! Так, спокойно, я помогу. Кто ты? Что ты делаешь? Я Карлос, спасаю тебя. Давай, пойдем в убежище. Кажись, оторвались. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Какой мудак их закрыл? Придется идти в обход. Так что ты знаешь о том монстре? Ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Поверь, ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось! Стоп, 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 стоп! О чем это ты? Доверять мне ты не обязана, но я иду в убежище. Ты со мной? Давай, сюда. Капитан, этой милой даме пригодилась бы помощь. Карлос, ты даже не спросил милую даму, как ее зовут?
Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун-Сити. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать гражданских. Ну да. И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. Поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство. Да. Что ж, мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Но нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ладно. Я в деле. Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Суперкоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация. Итак, начнем. Сперва снарядим тебя. Поднимайся на улицу. Там будут припасы. Окей. Черт, капитан. От вас прям кусок оторвали. Ничего, проживу и без него. Снова я. Ты уже поднялась? В процессе. Так какой у нас план? Старик приказал расчистить пути. Сможешь заставить метро снова работать? И как мне это сделать? Сначала восстанови питание. Доберись до главной улицы, и я укажу путь к подстанции. Поняла. Не будем мешкать.
еще выжившие. Надо завести этот поезд. Я на главной улице. Куда дальше? Видишь большие опорные башни? Это подстанция. Сможешь попасть туда через переулок справа. Ты про переулок в огне? Возможно. Ну, огонь бабе вроде тебя такое не помеха. Да пошел ты. Надо потушить огонь. Я на главной улице. Куда дальше? Видишь большие опорные башни? Это подстанция. Сможешь попасть туда через переулок справа. Ты про переулок в огне? Возможно. Ну, огонь бабе вроде тебя такое не помеха. Да пошел ты. Надо потушить огонь.
Видимо, это центр управления метро. Кто здесь? Из UBCS? Да, аккуратней, аккуратней. Не смотри ты на меня так, я не заражен. Тихо, давай. Нет, 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 стой! Какого хуя? Он заражен. Возможно, заражен. Пеп Старс тряпки. Вот и дохните, как мухи. А ты откуда? UBCS? Своих же убиваешь. Он бы обратился. Где твой инстинкт самосохранения? Возвращайся на станцию. Нам здесь такие сопляжуи не нужны.
боже. Пахнет как... Да я даже думать не хочу, как. Вот так.
опасно.
О, Господи! Готово. Пора валить отсюда.
чертова мерзость! Отлично. А теперь рубильник основного питания. Наслаждайтесь. Карлос, это Джилл. Я восстановила питание. Молодчина. Осталась система управления движением. Иди в центр управления метро. Ага, я знаю, где это. Правда? На шаг впереди меня, напарница. Мы не напарники.
товарища жива и преследует меня! Что? Скорее возвращайся на станцию! Сначала надо включить систему! Вот снова я здесь. Я в центре управления. Что дальше? Отлично. Теперь проложи маршрут. Хорошо. Секунду.
Итак, куда нам надо? Поезд стоит на станции Редстоун, а нам нужно на Фокс Парк. Справишься с этим? Эй, я же суперкоп. Считай, готово.